Всем привет! Сейчас я прокомментирую и поугараю над рекламой Eclipse. Правда, две версии. Одна переделанная и одна настоящая. Ну, начнем с переделанной. Ну, я начинаю. Сейчас поближе камеру, режиссер, поближе. Я много слышал. Eclipse. Новая жевательная резинка. Так, скажите «а». Еще. С активной частицей воздуха свежее дыхание продлится 305. Нифига себе, как переделали. Вот я переделал. Один менеджер канала на ютубе. Это Станислав Поветкин. Станислав, я благодарю тебя за все, что ты сделал с этой рекламой. Мы тебе пожмем руку. В том числе и с тобой, режиссер. Да, конечно. И он... То есть ты попадешь на передачу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, как и мы с тобой. Так, режиссер? Так, так. Да. И даже автограф возьмем. Ну да, может быть, возьмем. Если он полностью знаменитым станет. Ну да. Ну что ж. Ну а теперь перехожу к настоящей рекламе. Начинаю. Eclipse. Новая жевательная резинка. Так, скажите «а». Еще. Нифига себе! Отличная реклама! Я от нее тащусь с 10-11 лет. А ты, режиссер, помнишь эту рекламу? Я да. А, я тоже помню. Уже где-то лет 8-9 как тащусь. Вот мне сейчас 19 лет. Буду помнить эту рекламу навечно. Всегда. Ага, в том числе всегда. Ты прав, режиссер. Эту рекламу не рекомендуется смотреть детям до 16-18 лет. Но я это посмотрел. Иногда мне мать запрещала такие вещи смотреть. Но я как-то вскрытую посмотрел эту рекламу. Я этому рад, как Тони Старк. Втихаря. Ага, да. Сейчас покажу этого Тони Старка. Ну вот он. Тони Старк из фильма «Железный человек». Ну и еще кое-кого на месте парня, на месте врача-отоларинголога представил. Сейчас я все разберу. Ну вот, кажись, разобрался. На месте парня представил футболиста Фернандо Торреса. Моего любимого футболиста, то есть. А на месте врача отоларинголога жену футболиста Фернандо Торреса. Алайва Торрес. Ну вот она рядом с Фернандо. Еще на месте парня себя представил. Потом... Во! Футболиста двухметрового немецкого. Из... Фермы Тарзаки. Да, верно!
Бербер де Захер! Совершенно верно! Сейчас поищу! Ну вот он, двухметровый немецкий футболист. Бербер де Захер. И между прочим, он для этой рекламы, я думаю, подходит. Так ведь, ребята? Так, режиссер? Да. А еще вот смешнее придумал. Такое придумал. Сейчас вы все просто удивитесь. Это... Мадридского Реала, да? Нет, неверно, режиссер. Известного хоккеиста сборной России. Овечкин. Да. У которого нет одного зуба. Именно Александр Овечкин. Сейчас поищу. Сейчас нормальную фотку найду. Ну вот он, хоккеист сборной России по хоккею. Александр Овечкин. Если бы он снял это... Было нечто великолепное! Вот надо же было придумать такое, а? Гаражи, гаражи! Наоборот, прикольные рекламы. Ага. Супер! Египетская сила! И вот, жаль только не знаю, как этих персонажей из рекламы зовут. Ну, наверное, как-нибудь в другой раз узнаю. Мне б таких родителей. Если были бы они моими родителями, был бы счастлив. И придумал такое выражение. Папин бродяга, мамин симпатяга. И представил, что они ко мне пришли в школу на родительское собрание. Жаль, когда маленьким был, об этом и не думал. Но от этой рекламы все равно буду таскаться до бесконечности, да. До конца своей жизни. Да, все верно. С 10-11 лет. Ну что ж, феноменально было. Всем пока!